Викинг. Сокровища, поиски золота, бриллиантов. Лучшее видео только у нас на канале. Провокации, сенсации. Смотрите, ставьте лайки. Мы получили неимоверную премию. Охотники за сокровищами. Наш канал Викинг — это огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золото и бриллианты. Викинг — это золото, золото, золото! Всем привет! Телевизионный канал Викинг, канал номер один по поиску приключений, сокровищ и кладов. Как всегда, целуем подкову на удачу. Эта подкова приносит удачу вам и нам. Самое главное, не переключайтесь. Сегодня будут очень интересные раскопки. Пожалуйста, посмотрите, посоветуйте своим друзьям. Сокровища, клады, приключения, все здесь. Это реально интересно. Канал номер один, будет классно, приключения только начинаются. Здесь лежит. Тоже копал, кстати, яму, не закопал за собой. Выкопали? Ага. Это получится фрагмент старинной ложки. Вот так он накислился, получается, этот фрагментик. Угу. Продолжаем искать сокровища и клады. Не переключайтесь. Реальные артефакты, интересные находки. Сигнал продолжается. Мы предполагаем, что, скорее всего, ее взрывом разорвало. Сейчас будем стараться докопать. Надеемся, что будет фрагмент побольше. Не докопали. Камушек вот такой. Не докопали. Сейчас будем докопать. Сигнала уже нет. Странно. Нет, сигнал есть. Сейчас будем его доставать. Долго пиликает. Корни немножко мешают. Так хорошо звенел. Сейчас вообще звон. Звон пропал. Сейчас не докопали. Ага, что зацепил. Ага, вижу вот гвоздь. Не, хотя гвоздь у нас не пищит вроде как, сейчас проверю. Это даже не гвоздь, это не гвоздь, а какой-то фрагмент проволоки стальной. А сигнал идет глубже. Показывают монету. Посмотрим. Корни, смотри, как мешают, видишь? Угу. Показывают. Так, ага. Опять. Так, вот что-то уперся, ага, есть. Экспонат. Ага, я вижу. Видишь, вот, да? Что-то такое, да. Сейчас я его расчищу, покажи. Прям под корнями, прям видишь? Под корнями, сидит? Да, вот это беленькое. Ну, вот он. Чистим.
артефактик и достанем. Фрагмент чего-то интересного. Будем отмывать и смотри, так тяжело сказать. Краска сохранилась, может что-то с войны. А какой-то металл, на что? Тяжело сказать, ну. Какой-то дюралюминий. Реальные находки, артефакты. Сегодняшний день в лесу будет очень интересный. Не переключайтесь. Идет сигнал. Не очень четко, пробка, но надо копать, потому что здесь рядом кто-то копал, не кто-то закопал ямы. Может, здесь что-то интересное есть. Сейчас проверим. Да, наверное, уже выкопали. Сейчас посмотрим. Да, выкопали. Ага, вот есть. Есть. Это пуля. Такая. Вот такая очередная зачетная находочка. Сейчас постараюсь ее так. Вот так получше должно быть видно, да? Да, отлично. Не переключаемся. Ой! Будет интересно, давайте смотрим дальше. Идет сигнал. Интересно, сейчас отключаемся. Глубоко показывает. Будем копать. Здесь кто-то копал уже, видно. Или копал, или грунт просел. Обрати внимание, видишь? Угу. Сейчас будем раскапываться. Берем лопату. И начинаем не спеша потихонечку копать. Значит, первая находка, которую мы нашли, очень необычная. Вот такой вот какой-то кожаный сандаль. Я даже не знаю. Тапок женский. Вот такая необычная находка. Что там будет дальше, конечно, страшновато становится копать, но будем дальше копать и смотреть. Будем вам все показывать. Подошва тоже сделана с кожи. Сигнал идет. Значит, за это время выкопали камней. Нам это не показывают, сейчас покажем. Какие разные камни встречаются. Копали. Сейчас такие интересные. Сейчас идет звон. Не знаю, что там под этим башмаком будет. Башмак еще раз покажи. Что там? Не хотелось бы, конечно, никого выкапывать. Сейчас. Уже докапываем, уже приближаемся к цели. Вот пошел целлофан. Даже не знаем, копать. Что, боимся, что это будет что-нибудь такое после этого башмака. Не очень хорошее, если честно. Что-то, может быть, не знаем. Будем расчищать. Тихонечко. В целлофане лежит. И звенит. Самое главное, что лежит. И звенит. Замотано, кстати, вот скотчем, я смотрю. Фу, сейчас песок выгребу. Мешает немножко. Так, сейчас буду подкапывать его, чтобы не. Буду сейчас его стараться вытащить. Не, надо обкапывать. Не идет. Конечно, не идет. Что-то интересное, большое. Самое главное, не переключайтесь. Так, все, сейчас я его. Еще постараюсь его сдвинуть, потому что видишь, оно как сидит. Угу. О! Пошло. Пошло.
водочка пошла. Сейчас вот так. Сейчас. А, есть. Фу, сейчас. Так, сейчас. Синечка, берем ножик. Другой. Будем посмотреть, что это. Потихонечку. Аккуратненько. Так. Ага. Реально стремновато. Тут что-то лежит, смотри. Видишь? Сейчас. Угу. Сейчас. Скрываем. Сейчас откроем. Что здесь у нас по птике? Сейчас откроем, что может. Лежит. Так, есть. Есть. Это раскрыли. Знаешь, я уже знаю, что это. Ну, сверху тоже кажется. Я уже знаю, что это. Смотри. Yes! 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 Я уже знаю, что это, но пока, месяц, ты же знаешь, мы люди, как говорится, из народа. Сейчас смотрим дальше. Сейчас. Сейчас срежем. Комары сразу активизировали, знаешь. Угу. Дают нормально поработать. Yes! 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 Меня только не направляй. Это заглушак, посмотри, покажи. О. Это глушитель. Сейчас, похоже на глушитель. Сейчас. Сейчас, подожди. Это да, это тебе не хухры-мухры. Я даже не знаю, будем ли мы это показывать, если так серьезно вообще говорить. Ну, если честно, то да, это вам не шубу в трусы заправлять. Такое даже. Хотя, опять же таки, мы же не верим, что мы это с тобой забираем. Мы сейчас это возьмем и закопаем обратно. Да, обратно закопаем, конечно. Обратно закопаем, да и все, зачем нам лишние проблемы. Нам не нужны лишние проблемы, понятное дело. Так, посмотрим. Посмотрим, просто вам покажем, закопаем, дальше пойдем. По грибы. Да, дальше пойдем грибы собирать. Так. Какой крутой глушачок, видел? Ну так серьезненькая находочка. А нет, это не глушачок. Поржавел немножко, конечно. Стволик подржавел. А вот видно даже. Ржавчина, видишь, смотри, вот. Угу. Ничего себе, слышишь, это что, английская, американская. А, слышишь, Мехико. Made in Mexico, посмотри, вот. Угу. Видишь? Made in Mexico. Мехико. И вот смотри, поржавел, видишь? Да, ржавый. Ржавенький такой. Уже. Нечищенный, кстати. Давненько пролежал. Глянь, посмотри. Вот это крутизна, если честно. Ну, такого мы еще не находили. Мехико это... Это Америка, да? Южная Америка? Мехико. Мехико. Да. Да, Южная. Южная Америка, мне кажется, угу. Да? Угу. Так, что... Мексика. Мексика, да? Угу. Слышишь, круто, это винчестер. Глянь. Ух ты, ни хрена себе. Так, номер прикрываем. А ну-ка. Вот, смотри, модель... А ну... Не, я же прикрываю номер. Ага. Модель 88, может он в розыске. Угу. Маверик, круто. А ну-ка, сейчас, подожди-ка. А ну-ка, давай вот так.
круто вообще, глянь. Работает? Работает, а ну-ка. А нет, крок что-то не работает. Заклинило. Ну, почистим потом. Ну, угу. Точнее, закопаем. Закопаем. Закопаем его, если честно. Чего он заклинил, мы не знаем. Yes! 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 И yes! Разбираемся. Элементы поржавели немножечко. Ну, сейчас разбираемся, как оно тут работало. Вот как-то так оно тут вставлялось. Кстати, разобрались и с механизмом. Смотрели про Арнольда Шварценеггера, когда он воюет с разными уродами инопланетными? Он делает вот так. Потом делает так. Потом так. Короче, немерено крутой. Сейчас, сейчас подожди, слетело. Сейчас как-то тут здесь крепилось. Подожди, сейчас разберемся. В общем, я вам скажу честно, ребятушки. Понятное дело, что мы его закапываем. 88-го года. Даже не знаю, встать, может быть, надо, я не знаю. Угу. Сидя, как, знаешь, как бакула. Я так понял, какие-то ребята в 90-е закопали тут его. Ну, если он 88-го года. Это схрончик. Ржавый уже. Слушай, что там болталось еще в этом, ты показывал? Сейчас, подожди, я же самое тут. Я еще туда не заглядывал. Подожди, мы посмотрим. Может, и показывать нельзя. Вот так. Ось, ну как, нормальненько так? Серьезно? Круто, реально, да. Круто, да. Реально круто. Я вам скажу честно, ребята. Давайте, наше видео реально, как и мы сами. Давайте к нам на канал, смотрим, показываем родственникам и друзьям. Модель 88 года. Лихие 90-е прошли, а артефакты остались. Кто-то же должен их находить. Команда поисковиков и работает. Классное видео, классные находки. Целуем на удачи, вот так, вот так. И сейчас самое главное, что же там? Смотрим. Смотрим, что же тут у нас находится. Сейчас не видно. Ого, это мы с тобой... Ты знаешь, что я тебе хочу сказать честно? Без всяких, ребята, бедняков. Что-то здесь есть. Давайте, наверное, на вторую часть зайдем. 3 миллиона лайков. Нет, уже 3 миллиона у нас было. 3,5 миллиона лайков. Кому нравится? Пальцы вверх. Кто такие выкапывают каждый день по 300 штук, пальцы вниз. Кто считает, что наши приключения неимоверные находки, классный канал, пишем нам отзывы, пишем нам комментарии. Боремся с теми, кто матюкается, подписываемся. Вперед! Сейчас, подождите, ребятушки. А, вот, вот так, заело немножко. И смотрим вторую часть продолжения. Всем привет! Канал Викинг, сенсации, провокации, неимоверные артефакты и находки, все это у нас. Ни в коем случае не переключайся, сегодня ты увидишь артефакты стоимостью сотни тысяч долларов, а возможно и миллионы. Мы обнаруживаем их в Черном лесу, где в 90-е преступная группировка делала свои схроны. Каких только артефактов здесь нет. Все находки, все сенсации, которые мы здесь делаем, ты увидишь в этом неимоверно крутейшем видео. Если в первый раз зашел к нам на супер крутейший канал, запомни, ставишь пальчик вверх, подписываешься на колокольчик и просто подписываешься на неимоверный канал Викинг, потому что здесь ты увидишь золото, золото, золото! Идет сигнал в старом пне. Очень интересно, мы любим такие пни. Потому что они дают неимоверные результаты и артефакты. Сейчас мы будем потихонечку расчищать и смотреть, что же здесь у нас лежит в этом пне. В последний раз мы достали неимоверной красоты крестик, тоже какого-то очень серьезного вельможу. Поэтому будет время посмотреть стоящее видео, увидеть, посоветовать друзьям, знакомым. И самое главное, если вам нравится, поставить лайки. Если вам не нравится, поставить дизлайки. Карты, любые другие предложения ждем от вас. С удовольствием ответим. Вот здесь мы прям... Не, понял, идет вот здесь. Тут несколько объектов показывают. Вот огромный пень. Уже часть находки уже здесь лежит, похоже, сейчас проверим.
Наверное, здесь находится. Аккуратно расчищаем. Не хотелось бы повредить. А, это пробка, к сожалению, ребятушки. Кто-то здесь выпивал. Засунул сюда пробку. Ну ладно, мы ее выкинем. Или что-то закопал. Или что-то закопал, посмотрим. Ну, мы убираем, чтобы ее выкинуть. Сигнал дальше идет. Сейчас будем копать дальше. Неимоверно крутой сигнал идет. Что-то очень интересное. В этом пне можно заниматься, его раздалбливать, смотреть. Он уже такой сгнивший. Будем сейчас его раздалбливать. Что-то в нем лежит. Это, конечно, очень интересно, потому что в пнях мы делаем неимоверные открытия и находки. Идет. Хорошо идет. Сейчас мы его трухлю гнилую убираем. Очень неохота достать этот артефакт. Он здесь пролежал. Он очень долго. Если не получится лопатой, то будем сейчас доставать. Топоры у нас специально для таких дел приготовлены. Потому что артефакты в пнях всегда сенсации, которые мы любим и вам с удовольствием показываем. Есть. Идет хорошо, отличненько. Тяжело, но все-таки поддается. Есть. Вот так мы его получается. Раскрашиваем, чтобы достать, что в нем лежит. Ну, ребята, я вам хочу сказать. Канал номер один по приключениям Викинг. Тяжеловато, но работаем для вас. Кто думает, что это постановочное видео, сразу говорю, вы реально ошибаетесь. Кто сомневается, приезжайте. Лопатьте такие деревья, давайте нам артефакты, показывайте свои классные находки. Будет интересно, самое главное, не переключайтесь. Мне блин, такой же тяжеленный. Есть. Так. Это сенсация, реальная сенсация. Мы думали, что сигнал идет в пне. Сейчас я его убрал под этим неимоверным корягом пнем идет сигнал. Сейчас я этого исполина гигантского оттаскиваю в сторону и начинаю копать, потому что реально что-то интересное лежит. В том, что я вешу больше 100 килограмм исполинчик. Андрей Александрович, чувствую, приходится идти на помощь вам. Да, придется. Что-то есть. Что-то лежит. Слышишь, какие-то железяка. Это мы из-за этого рыли столько. И дерево лопатили. Убирали. Я охреневаю. Так, извиняюсь, имею в виду. Не. Фух. Не она. Не. А что это вообще такое? Какая-то лабуда. Куда передохнуть? Ну, я не знаю, что это. Это. Ну, всякое бывает приколы, конечно. Это мусор, который мы вам не показываем. Ну, покажем, что мы тоже его выкапываем, чтобы вы не думали, что у нас только одно золото мы вытаскиваем. Не, сигналы идут. Продолжается? Да, продолжается, будем копать сейчас. Тут сигнал идет хороший, четкий. Вот здесь. Не, ну не зря мы оттащили, даже мне пришлось отвлечься и помочь Андрею Александровичу вытянуть это бревно сумасшедшее. Неужели зря? Не, есть. Целлофан?
Есть, ребятушки. Фух, сейчас. Так, сейчас, подожди, что-то есть. Целлофан, это всегда хорошо. Наверное, это ящичек. Это я люблю. Кто ищет, тот всегда найдет. Класс. Слышишь? На 10-й день, да, экспедиция на тебе. Не зря такую глухомань заперлись. Что у нас? Уже наши поклонники соскучились, говорят, ребята, ни одного видео за неделю. Не, мы говорим, вы где сами вы? Понимаете, мы же не можем каждый день выкапывать, это невозможно просто. Мы лопатим, 10 дней искали, вот что-то нашли, сейчас посмотрим. Что-то стоящее, надеемся. Потому что... По крайней мере, находка сама по себе уже интересна. Не, ну что-то... Когда кто-то что-то зарывает, то значит это кому-то нужно. Прячет под таким корнем. Посмотри, глянь, под такой трухой. Глянь, прям труха именно. Под такой трухой. Сейчас попробую. Ага. Не идет, глянь. Хотел бы поднять, понял? Угу. Вообще не шевелится. Тяжелый. Тяжеленный. Буду подкапывать сейчас потихонечку. Может, чемодан с деньгами? Может быть, ставить на паузу? А ты же знаешь, если мы не покажем, вы же знаете все, ребятушки, канал Викинг — это показ всех артефактов, бриллианты, золото, сокровища. Говорят, вы такие, сейчас выключу прибор, вы должны уже быть такими богатыми людьми. Так мы и так уже, ребята, богатые люди. Просто зачем об этом афишировать? Зачем об этом кричать? Зачем об этом кричать, что мы богатые люди, да? Мы богатые люди, но здесь ничего не сделаешь, то бой много копает. Поэтому мы и делимся с вами, чтобы вам было интересно, чтобы новые... Поисковики тоже работали и показывали, а так они показывают вам проволоку разную. Скоро школу свою откроем. Никому же не интересно мусор. Мы его там уже на стол выкопали за этот сезон, разного мусора не нужно. Есть. Так, я думаю, сейчас должен уже пойти. Сейчас угла возьму. Слышишь, глянь, посмотри, глянь, я вот так лопат, глянь, посмотри. Что ж там лежит? Глянь, ты видишь, глянь. Просто реально круто. Он шатается, но не идет. Я сейчас тоже уже буду скоро шататься. Сейчас с другой стороны попробую. Потому что ты его зажал. Буду сейчас потихонечку. Вот так отсюда. А, отсюда пошел. Смотри. Ага, пошел, отлично. Там видно, что его зажало. Корни, наверное, зажали. Идет. А, ну, все отлично, вообще тут идет. Вообще без проблем. Сорвал просто. Отличненько. Сейчас. Так это чемодан. Да, наверное. Сейчас я так сюда. Немножко передохну. Уже руки чешутся. Сейчас. У тебя руки чешутся. Быстрее разрываем целлофан. А у меня руки трусятся. Килограмма два потерял веса, пока я себя вытаскивал. Весь взмок. А начиналось вот отсюда. Ребятушки. С этой лабуды. Сейчас давай так положим для обзора, чтобы было видно. Я сам уже хочу. И такого вообще сапоя же доллар должен быть. Я думаю, баб. Думаю, тоже доллары. Сколько в таком поместится? Миллионов 5, наверное, долларов. Ну, миллион, наверное, поместится. Тяжеловатый такой, да? Ну, как тяжеловатый? Ну, не то, что легкий прям. Пару килограммчиков весит. Пару килограммчиков весит. Угу. Слышишь, глянь, дипломата какого-то. Это дипломата, сейчас. Реально кожаный, посмотри. Это дипломата. Реально круто. Сейчас давай отсюда на целлофан присяду. Давай. У обычных людей таких не было. Посмотрим, проверим. Что здесь? Да, это какого-то или дипломата. Кожаный, да? Кожа. Артефакт мега крутой. Ага, на замках. Замочки работают.
Надеюсь, не заминирован. Может, перчатки снимите, то что там? Сейчас деньги будете считать. Да нет, я наоборот, чтобы этот деньги считать, что мало ли. Если что, я помогу. Ну что? Открываем. Давай, подожди, дай сделаем выдох небольшой. Если будет много денег, сразу говорю, в первой части не покажем. Будем разбивать на несколько частей, чтобы это было вам интересно. Ну, ребятушки, вы это увидите первое. Я закрываю глаза. Давай. Открываю. Ну. Ес! Ничего ж себе! Ну, может быть, деньги внутри. Я тебе скажу, это просто. Это с семейными реликвиями. Шкатулочка сейчас. Бриллиантики? Сейчас посмотрим. Даже больше, чем денежки. Сейчас. Ой, тут слышишь, это вот так. Опачки. Опачки, опачки. Так это пули. Пули, да. Я думал, что у нас стреляли. Нет, это пули. С надписью. А ну что написано? Мощные. Мощные, да. Фух, ребятушки. Нужно тихонечко сидеть. Фух. Так, ну что, будем коробку показывать? А это что за сверток? Свертки потом покажу. Уже понял, что в свертке. Да? Ну что, поехали с Богом. Сейчас сниму вторую перчаточку, подожди. Вторую перчатку чуть-чуть снял. Открываем? Ну, открываем. Глянь, сохран. Слушай, так... Yes. Я скажу, это не бриллианты, но я думаю... Какая-то надпись какого-то. Глянь, это... печать какая-то. Глянь, смотри. Видишь, это какой-то коньяк. Сейчас, подожди. Ничего ж себе. Ни хрена себе. Yes, ну, я думаю, 50 штук. Yes. Глянь, посмотри. Я думаю, что 50. Глянь. Руки грязные, даже не хочу. Посмотри, тут листья какие-то под ним. Смотри, заложены специально. Видно вообще? Да, это я вижу. А вот так, давай так. Ой. Слушай, поаккуратнее, это наши денежки. Ребятушки, извините, мы, конечно, покажи. Хотели бы такое выпить, но, скорее всего, передадим его в музей. Да, как всегда. Как всегда. Глянь. Ну, я скажу, реально круть. Это реальная круть. Коробка с дуба, сейчас. Хотелось, конечно, золотишко или кэш, но мы ее как-то найдем возможность конвертировать. Здесь, видишь, какая-то там надпись. Здесь а это что за бумажки? Сейчас смотрю. Погоди, не спеши разворачивать двух карт. Yes! Так, есть карта. Подожди, я только краешек карта. Покажу, подожди, краешек. Давай вот так, есть, наконец-то. Только краешек покажу вот так вот сейчас, ребята. Есть? Видно? Да, да, да. Фух, вот это моя карта, так, супер, отличненькая. Так, карту складываем. Так, карточку, карту сразу убираем, подожди, она здесь пригодится в карманчике. Ну что, одеваю перчатку, показываю, что тебе здесь. Давай дальше аккуратненько запакуем сейчас, давай, чтобы оно все-таки... Же знаешь, надо такие бутылки даже, вон, видишь, осыпаются там внутри. Угу. Такие бутылки даже нельзя дергать сильно. Посмотри. Сейчас аккуратненько упаковываем. Класс. Есть. Отлично. Так, сейчас здесь. Смотрим, что здесь интересно у нас. Одевай перчатки. Потому что, когда взял, уже опыт есть, понимаю, что там лежит. Сейчас посмотрим. Тихонечко разворачиваем, что Yes! Фух. Наконец-то теперь я буду ходить со стволом. От диких зверей. Обойма пустая. Знаешь, что самое главное? Сколько там патронов? Сейчас посмотрим. Патронов достаточно. Два. 3, 4. Ну, это 50. По 25. Наш канал Викинг работает для вас. Кому понравилось наше неимоверное классное видео, классное приключение в поисках бандитских кладов 90-х, ставьте нам лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Кто считает, что он находит больше артефактов и у него более крутые находки. Кто знает карты, другие места, желает поделиться мнениями, пожалуйста, пишите нам, мы с удовольствием ответим. Ну, конечно же, если это будет без матов и без оскорблений. Смотрите первую и вторую часть «Бандитские 90-е», советуйте друзьям. Реально, неимоверно интересно, круто. И давайте, ребятушки.
Всем привет, канал Викинг. Неимоверные сенсации, провокации и супер артефакты. Сегодня ты увидишь супер крутейшее видео от канала Викинг. Не забывай заходить под описанием под нашим видео, есть реклама. Заходи и получай гарантированную скидку при покупке от Викинга. Не забывай, что если ты в первый раз зашел к нам на канал, подпишись, поставь на звоночек, будешь получать лучшее видео. Ждем от тебя комментарии, лайки. И все это, ребятушки, мы делаем для вас. Солнце взошло, дождь еще идет, а наша команда охотников за сокровищами продолжает неимоверные сенсации, расследования и исторический поиск кладов и сокровищ. Прям дальше вместе с нами. Погнали! Слазь печи! Вот он, наш кормилец! Мини-лап Explorer C, ребятушки! Сделан в Австралии! Смотрите сюда! Включаем! Вот он, наш кормилец! Как выглядит, как звенит. Вот, ребятушки, он готов искать сокровища. Поехали дальше. Не переключайся. Сегодня работаем по карте Шуберта. Что мы ищем, вы думаете? А ну-ка, сейчас подождите. Слабый глубинный сигнал. Что-то есть, ребятушки. Что-то лежит, сразу увидел. Горшок. Горшочек, ребята, смотрите, горлышко от горшка. Сейчас покажу поближе, так от... Вот, ребята, запомните, крутой прибор, такой, как у нас, Explorer C, мини-лап, плюс еще нужно, конечно же, смотреть, что здесь под этим разбитым горшком. Не переключайся, будем копать. Ну что, ребята, смотрите, где работаем, в каких условиях. Реальная чащоба. Ну, был сигнал, куда делся. Сегодня работаем по карте Шуберта. Да, ребята, супер карта, которая дает 1000 артефактов. Давайте за нами. Скачайте, сейчас что-то найдем. Посмотрите, эти места неимоверно глухо крутые. Что же здесь? Крутые, это новый сленг копателей. Да, ребята, потому что это Викинг, Викинг, Викинг в прием. Петрович, так что, по карте тут какая была история у нас? В общем, ребята, история такая. Здесь в 16 веке охотились за черными жрецами. Их преследовали, и по всей вероятности мы нашли одно из их логов. Посмотрите. Подойди поближе, покажи нашим любимым зрителям Ютуба этот просто неимоверный слой моха. Смотрите, ребята, вот я вам показываю, гляньте, как это круто, как ковром просто тут все завалено. Здесь идут сигналы, но мы думаем, что оставим это суперкрутейшее место для новых исследований, чтобы потом, гляньте, посмотрите, оно даже не... Но мы не сможем это поднять. Пробую. А я вам предлагаю здесь раскопаться хорошо. Так не получается, сигнал идет глубоко. Бревна по тонне, по две, по три, ребята. Ну, в общем, что я хочу сказать. Мы сейчас сделаем отметку на нашем навигаторе GPS. Будем идти дальше, искать новые артефакты. Я уверен, что будут суперсенсации. Самое главное, не переключайтесь. Сегодня будет лучший коп 2017 года. Да, и смотрите рекламу в описании. Да, и гарантированно смотрим рекламу в описании и получаем гарантированные скидки от канала Викинг на покупки. Прям вперед. Погнали. Погнали. Все-таки решили здесь раскопаться, ребята. Да, ребята, пошел сигнал. Ну, правда, такой замыкающий. Будем сейчас копать. Реально что-то есть. Хорошенько прозвонили эти бревна. Сигнал есть как под бревна, так и около. Получается, сигнал идет где-то вот отсюда, ребятушки, до этого дерева. Сейчас копаем. Такой странный пролонгированный сигнал, я бы так сказал. Будет интересно, не переключайте, что-то длинное. Сейчас будем тут шерфиться. Что же это интересно? Очень интересно, ребятушки. Ни в коем случае не переключаемся. Прям дальше. Канал Викинг. Вот. И решили этот сигнальчик прозвонить. Есть, ребята. Слышали стук, ребята? Капец. Ну. Опа. Ну, давай.
Вижу. А не разрубишь. Вижу, вот, ты покажи. Что, что? Покажи. Не знаю, смотри. Видно? Да, руки можно, пожалуйста? Сейчас, ребята, капец. Сейчас. Да ничего не видно вообще. Ну, сейчас я покажу. Сейчас беру кисточку, ножик расчищаю. Ты так нормально рубанул. Можно да, было и разрубить, между прочим. Я, знаешь, там корни были. Корни пришлось перерубывать. Сейчас смотрим, что это. Не приключаемся, очень интересно. Ребята, я просто реально офигел. Но больше всего переживаю, чтобы артефакт не разрубился. Даже не знаю, что это. Смотри. Покажи с этой стороны. Уходит туда, в глубину дальше, как и сигнал и шел. Видно, к дереву, да? К дереву, да? Да, к дереву идет, смотри. Под корнями. Смотрите, ребята, что это. Гляньте, видно? Да, видно, видно. Капец. Может быть, булава опять. На булаву похоже, на рукоятку какую-то. Какая-то рукоять. Уходит туда, в глубину сейчас расчищу. Слушай, хорошенечко ты лопатой. Ну вот, царапал, ну ничего, ну вот, ну одна маленькая царапина, сам, ну это же не перерубил, это же не золото. Бывает часто так монеты, раз, хлопнул и все. Гляньте, глубину ходит, ребята. Угу. Сейчас. Ребята, не переключаемся. Рукоятка, рукоятка какая-то. Сейчас. Рукоять булавы. Смотрите, ребятушки, будь не копатели, как приходится. Ого, поглянь, ты поднимаешь землю просто. А вот она, ребятушки, выходит. Ого! Так это ствол. Петрович. Это ствол. Погнулся, как... Ребята. Охренеть можно. Виклинг! 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 Капец, ребята, охренеть. Представьте себе. Наш граф. На лошади. Капец, ребята, посмотрите, реально ствол. А ну-ка, давай, покажи дуло. Сейчас. Нарезной. Так не видно же, ржавчиной покрыт. Ржавчиной. Сколько ему лет? Ну, посмотрите, то, что с этой стороны сгнил полностью, есть какая толщина, видно? Очень. Ребята, чтобы вы поняли сразу, для скептиков таких труб не бывает, показывают толщину. Здесь толстая, здесь тонкая. Не, какая, подожди, какая труба? Ну, вообще, в глухом, знаешь. Подожди, посмотри на сохран. В глухом лесу, ребятушки. Не, ну реально, я скажу так тебе, это просто... На лошади граф скакал, но, к сожалению, у его жены был любовник, который за бревнами, наверное, здесь он лежал, прицелился. Да, тогда это ружье было ровное и произвел мушкетные пули. Кстати, подожди, так у нас же есть с тобой мушкетные пули, подождите, ребятушки. Так вот мы почему находились здесь. Так, ребятушки, подходим. Это, конечно, сейчас будет сенсация. Давай проверим, может, она войдет сюда. Так, ребята, не переключаемся. А, так, не, у меня есть, да, в кармане, подходи, конечно. Сейчас. Мы тут в кармане, ребята. Ребята, чуть... вы не поверите, мы же именно в этом районе находили мушкетные пули. Да, и мы просто думали, странно, откуда они здесь могут быть? Сейчас. Сейчас постараюсь достать. Ну как, насчет любовника, это наша версия, вы же понимаете, рабочая. На самом деле тут могло быть все что угодно. В каком смысле наша рабочая версия? Ну, мог быть и не любовник, мог быть и просто убийца. Любовник-убийца, мне такая версия очень... Ребята, вот, смотрите. Вот, ребята, мушкетная пуля. Видно? Крупным планом, крупным планом. Я держу, не, так, не шевелюсь. Видно, да? Да. Ребята, смотрите, мушкетная пуля. Эксперимент. Да. Четко вошла. Четко, смотри, просто она ржавая. Ребята, смотри, вот. Ребята, реально. Вот, ребятушки. Вот пулет мушкета. Ну, только это получается не мушкет, это ж, ну, имеется в виду, что она так называется, мушкетная пуля. Ну, то есть, получается, она была здесь. Здесь он отстреливался, похоже. И, похоже, кстати, надо было те кости показать тоже. Давай сейчас покажем те кости, которые мы с тобой не показывали. Давай, пошли. Давай сейчас оставляем сюда это. Да, я с ним, наверное, пойду. И, ребята, мы когда там шли, вы не поверите, прям сверху. Старинные кости вылазят из-под деревьев. Петрович говорит, давай покажем. Человеческие, да, не показывали, давай. Показывать человеческие кости. Ну давай покажем, давай пройдем, покажем, да, наверное. Ну это просто реальное расследование. Идем, да, туда. это уже Вот, ребятушки, нашли. Ребятушки, это не только, это она не одна, мы здесь еще и другие находили. Другие получается, находили. Смотрите, получается, наш граф получил, скорее всего, ранение, не знаю, от убийцы или кто это был. И представляете, его, он недалеко отполз. Ну сколько здесь? Ну 50, ну какой 50? 30 метров. 30 метров он отполз от этого места. И здесь был присыпан в этой глуши листвой.
Волки разрывали его тело на части, потому что кости. И находили мы и там в разных местах. Посмотрите, ребята. Ну, не знаю, брать, показывать? Я думаю, ну, брать не будем, наверное. Ребята, это реальные, представляете, графские кости, которые здесь сохранились. Капец просто. Да, ребята, это викинг, реальные сенсации. Расследование. Реальные расследования. Ствол, который обнаружен. Ну, где эта мушкетная пуля? Хотел показать вам ее опять. Короче, ребята, это супер артефакты. Не забываем нам ставить лайки. Только лайки. Классные комменты. Смотрим наше видео в конце. Заходим на рекламные ссылки. Это очень важно. А сейчас идем к прибору и посмотрим, что там еще лежит. Да, погнали. Так, ребята, вернулись обратно. Да, ребятушки, есть тут артефакты. Что наш граф еще спрятал, как вы думаете? Будем сейчас искать, что еще он здесь, когда отползал, ребятушки, спрятал. Это реальные крутейшие сенсации, ни в коем случае. Смотрите сюда, гляньте. Где-то в этом дупле лежат его артефакты. Да, не томи, доставайтесь, ребятушки. Эти артефакты сейчас мы достанем и вам покажем. Супер. Я предлагаю прибор позвонить. Подожди, ну тут же был звон, я не знаю, пойдет артефакт или нет, просто интересно. До него просто далеко. Он там, ребята, спрятан, в этом дупле. Когда он отползал, по всей вероятности, может быть, жмение монет, может быть, бриллианты, может быть, какие-то личные графские вещи. Это будет суперсенсация. Давайте смотрим дальше. Погнали за мной, пошлите. Ребятушки, значит, решили здесь еще докопать, посмотреть. Да, ребята, вы знаете, что будем сейчас шурфиться, потому что только шурфом можно посмотреть, здесь реально есть интересные вещи, супер артефакты, поэтому давайте сейчас будем вместе с вами раскапываться здесь и смотреть, что же здесь у нас находится. Просто еще такая фишка, дело идет к дождю, посмотрите на небо, все затянуто, Петрович, да, надо валить. Ребятушки, послушайте, когда все текают от дождя, мы, ребята, находим такие супер шикарные артефакты. Кто вам такой? Петрович, реально без шуток, техника не выдержит. Ты же знаешь, мы выдержим, техника не выдерживает. Значит, всем нашим зрителям спасибо за внимание. Приедем сюда, доработаем это место. Всем, кому понравилось наше видео, ставим лайки, не вдаки ставим дизлайки. Подписываемся на колокольчик, получаем супер рассылку. Заходим в описание, смотрим рекламу, покупаем супер крутые вещи. Хорошего дня! Поперли дальше. Да, поперли.